La doar 24 de ani, mânuiește cu încredere volanul troleibuzului. Nicoleta Lupașco din raionul Râșcani este cea mai tânără șoferiță de la întreprinderea municipală Direcția Troleibuze Bălți, cu o experiență de aproape 2 ani. În curând, și mai mulți tineri vor ajunge să conducă transportul public din oraș. Direcția Troleibuze va avea propria școală auto, unde doritorii vor putea obține permis de conducere categoria F. Сразу как сажусь, да, действительно думаю, мало ли, ну, это дорога и всякое бывает. Но в этом, я считаю, заключается профессионализм. Предотвратить эти ситуации и доставить пассажиров как можно безопаснее и комфортнее. Тынара spune că și-a uimit rudele și prietenii cu alegerea meseriei. 3 года отработала кондуктором, понравилось работать с людьми. Им приятно ехать с молодыми специалистами, постоянно хвалят, желают хорошего дня. Пока есть желание работать и мотивация, все кажется очень просто. Și încă o blondă la volanul troleibuzului. Este vorba despre Oxana Talpă, în vârstă de 43 de ani. Este șoferiță deja de 2 decenii și nu regretă de alegerea făcută. Муж работает тоже водителем и сын кондуктором. Ну да, тут я немножко в Кишиневе работала. 12 лет работаем с мужем, а сын только на лето пришел учиться, подрабатывает. Мне даже очень нравится моя профессия. Я вообще не жалею, что я пошла водителем. Locuitorii din Bălți spun că au încredere în șoferițe și optează pentru drepturi și oportunități egale pentru femei și bărbați. Равноправие должно быть везде. Я не имею ничего против. Это хорошо. Чем женщина отличается от мужчины? Только гендером. У нас, если вы посмотрите на дорогах, все больше и больше просто за рулем автомобиля женщины водят. Я не придерживаюсь схем там обезьяна с гранатой, да, как говорят. Молодцы, мужчины повыезжали. Пора женщинам приниматься за работу. Но я много раз ездила с женщинами-водителями. Они очень внимательны. Я бы не сказала, что они уступают в компетенции мужчинам. Женщины тоже должны развивать транспортную индустрию. Întreprinderea municipală se pregătește de deschiderea unei școli auto, unde doritorii vor putea obține permis de conducere pentru troleibuz. Astfel, direcția vrea să-și soluționeze problema lipsei de șoferi calificați. În prezent, sunt 14 locuri vacante, iar dacă autoritățile vor cumpăra troleibuze noi, necesitățile vor fi și mai mari. Предпенсионного возраста, пенсионного, которые сегодня-завтра могут оставить эту работу и их необходимо будет кем-то заместить. Deschiderea școlii auto ar urma să aibă loc deja în această toamnă. Au fost amenajate și echipate sălile de studiu, iar viitorii instructori se pregătesc de ore. Așadar, ce se știe de la Ну, это макет кабины водителя. Ну, вот здесь вот аккумуляторы включаются, двигатель вентилятора, компрессор. Direcția Troleibuze Bălți numără 72 de șoferi din necesarul de 86. Printre acestea se numără 5 femei.